приветствуем наших сегодняшних героев, наших выпускников. Громче, громче, громче! 14 групп, 309 ребят и девушек. Столько молодых специалистов в этом году подготовили только 2 из 8 структурных подразделений Щелковского колледжа, 5 и 6. Настоящая кузница кадров для предприятий Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского. Свой выпускной вечер они отметили в Центральном дворце культуры. Вы наше будущее. И это действительно так. За молодежью, за вами, будущее нашей страны. Будущего нашей Московской области. Будущее Щелковского городского округа. Повара, кондитеры, столяры, плотники, парикмахеры, технологи общественного питания, мастера ландшафтного строительства. Этим и другим профессиям обучают в 5-м и 6-м подразделениях колледжа. А вообще учебное заведение готовит специалистов по 40 специальностям, и все востребованы у работодателей из 3 городских округов. Нынешний выпуск самый большой в истории Щелковского колледжа. 1025 выпускников в этом году. И мы разделили выпускные на 3 дня. Вот сегодня один из самых больших выпускных. Мы очень надеемся, что все у них в жизни сложится. И хочется поставить, знаете, такую вот точку красивую в их жизни в колледже. Годы учебы у ребят были непростыми. Большую часть времени действовали ковидные ограничения, кабинетная система обучения. Но слабым назвать этот выпуск нельзя. Трудности ребят закалили. Свои знания подтвердили на демонстрационном госэкзамене перед экспертом под прицелом видеокамеры. 58 выпускников, обладателей дипломов с отличием, встречали овациями. Наградите овациями наших выпускников с красными дипломами. Обучались по специальности права и организации социального обеспечения, юристы. Вообще эти 3 года дались нам тяжело. Мы усердно старались, трудились. И вот то самое, зачем мы шли, в принципе, учиться. Мы прошли этот трудный путь, как бы красный диплом наш. Мы умнички, мы молодцы. Все учителя, которые у нас были, они тоже умнички, старались. Из нас вытягивали все самое-самое. Радость, какую только может доставить выбранная профессия, с выпускниками разделили их близкие друзья и родители. Специальные грамоты выпускникам, успешно прошедшим практику на производстве. Колледж давно готовит кадры для газовой службы. Очень много уже у нас студентов, которые окончили этот колледж, приходят, и они очень востребованы у нас, уже работают, уже очень молодые и хорошие специалисты. О востребованности выпускников Щелковского колледжа говорит и тот факт, что более 60% находят работу на первом же собеседовании. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.